Поезд Дёма-Шакша прибывает на первый путь. Пригородный поезд Дёма-Шакша прибывает на первый путь. Мы отправляемся с вами в северную часть Уфы. И эта часть называется как? Шакша. Марина Игнатьева впервые проводит экскурсию в таком формате. Ведь туристы наблюдают за сменяющимися пейзажами не из окон автобуса, а электрички. Башкортостанская пригородная пассажирская компания организовала первый пробный экскурсионный тур на электропоезде «Талпар». Экскурсия занимает 40 минут. Именно за такое время электричка проходит путь от Дёмы до Шакши. Мы пригласили школьников, учащихся уфимских колледжей, для того, чтобы ребята абсолютно бесплатно прокатились на нашей новой городской электричке. Мы назвали акцию «Уфа и из окна электрички». Мы также сегодня попросим наших ребят, участников, сделать фотографические снимки. В конце года мы поощрим победителей вот этого небольшого импровизированного фотоконкурса. Мы с ребятами, нашими гостями электрички, будем говорить об Уфе, не видя памятников, но будем давать историю Уфы, необычное географическое положение нашего города. Мы будем говорить о том, что город на полуострове, и реки увидим, те, которые омывают наш город. Мы увидим северную часть города и мечеть Лиля Тюльпан. Так электричка проложена, что мы все это будем видеть. В программе у нас есть еще, конечно, викторина и призы. Мы хотим, чтобы детям было интересно. Первое впечатление, мне нравится, потому что я первый раз на электричке еду, и первый раз, то есть вообще вот на железной дороге. Организаторы надеются, что социальный туристический тур будет востребован, так как в первую очередь он разработан для школьников и пенсионеров. В скором времени электропоезд «Талпар» будет оборудован Wi-Fi и телевизорами. Кроме этого, в будущем появится еще один экскурсионный маршрут «Уфа-Аша». Он познакомит пассажиров с красотами Урала. Алина Гребешкова, городской телеканал ЮТВ.